Как многодетный отец, хочу поделиться информацией с многодетными семьями. По государственной программе мы получили 20 тысяч наличными на приобретение кур, сопутствующих материалов для их содержания. За счет этого построили этот курятник, купили кур, вот, купили сетку, рабицу, столбы. Сделали выгул, то есть соцзащита многодетным раз в 3 года выделяет 20 тысяч на улучшение условий, что ли, проживания многодетных. Почти 15 лет мы являемся многодетной семьей, но только вот последний год узнали, что можно взять так вот деньги, чтобы пополнить свое хозяйство. Так что знайте и требуйте у чиновников то, что вам государство выделяет.